пиу-пиу, пу-пу, Джек, куру-куру-куру, ту-ту, туру-ту-ту. Здорово. Я не знаю, как назвать это. Здорово. Слушай, я не знаю, как начать этот ролик. Ребят, всем привет, я вас рад видеть. Вы на канале Холдика, Ваня сейчас там пузо греет, где-то там на пляже лежит, отдыхает. Передайте ему в комментах привет. Я сижу, ребят, все спокойно, никого не трогаю, но решил завести вам такого киберспортивного контента. Смотрите, в общем, позвали меня каких-то два чела, которые играть не умеем, мягко скажем так. Вот один, смотрите. Блин, Скор, здорово, бро. Здорово, здорово. Че, забусить тебя или что? Да, нужно, блин, вообще не справляемся. Вот если б не ты, просто мы пустили бы все, понимаешь? Вот, и вот второй куб тоже, блин. Пацаны никак не могут апнуть 35-й ранг. Говорят, Арткул, ты моя последняя надежда. Вот, ну, ребят, Скор, подтверди. Точно, точно. Куб еще больше плачется. Точно. Куб даже не зашел в Дискорд, боится, понимаете, ребята? Да. В общем, давайте сделаем так, ребята. Вы сейчас все дружненько ставите лайк. Давайте, поставили лайк. Подписались на канал Холдика. И еще ссылки будут в описании на Скора и на Куба. У них есть свои каналы. Они в этом сезоне. Что вы в этом сезоне делаете вообще? Ты мне расскажешь. Что вы вообще в этом сезоне делаете? Разносим игру просто в щепки, понимаешь, пушим ранги. Ну, просто вообще все, что возможно, мы все делаем, понимаешь. Слушай, ну без меня у вас ничего не получится. То есть ссылки в описании на пацанов есть, они реально лютые. Но, понимаете, ну, без меня реально не смогут. Вот, а я иду, бущу сначала одного на 35-й ранг, смотрите, вот этого Скора. А потом бущу Куба на 35-й ранг. То есть в этом ролике будет 2 35-х ранга. А если 2 35-х ранга, то это что получается? 70-й ранг или что? А! Вот это разрывная залетела. Ладно, полетели в катку, пацаны. Ай! Вот это я шутник. Когда сейчас подберется, я вернусь к вам. Но вы лайк влепите. Полетели. Так, ребят, я готов, короче, сейчас разрывные будут просто лететь одна за одной. Ага. Так, пацаны, какой смотрите, учитесь. Налево, брат. Учитесь. Я налево иду, учитесь. Так, где-то тут... Тихо. Вот, подходит. Забей. Тихо, учитесь, пацаны, учитесь. Блин, он сейчас залетит. Так, опа, она нормальная плюха прилетела, брат. Но только не попала. Тихо, забрал, живем, пацаны, полетели. Так, окей. Ой, хорошо, первый гол полетел, пацаны, не благодарите. Сейчас будет 35-й ранг. Слышь, бро, у тебя киви есть? Да. Я потом номер дам, этот забуст скинешь, понял, брат? Ой. А, точно, точно. Ну это после ролика, ты да. Слушай, а говоришь? Долго. Да, да, то понятное дело, что после ролика. А долго вы уже тут мучаетесь без меня? Ну сколько уже часов? Ну, 7-8 часов примерно. О, со мной бы за час бы апнули все. Вот смотри, да, я только да. Да, брат, я тебе говорю, смотри. Все, первая катка залетела. Мы просто, смотри. Ребят, готовы к этому? Давайте, смотрите, лайк, подписка, ссылки в описании на Куба, нас. Скоро тоже будет ссылка в описании. Не, на Скоро ссылка в описании, переходите, правда. Челик старается, пушит для вас. И давайте посмотрим, как этот ранг будет залетать. И вот Скор, брат. Брат, ну, я тебе по скидке сделаю, понял, бро? Окей, давай, договоримся. Все. Эмс, 35-й ранг, поздравляем, бро. Ну, остался кубик, ребят, теперь поддержите нас. Сейчас я его тоже забущу, вообще просто легко. Короче, полетели следующие. 70-й ранг вообще апаем, Brawl Stars впервые в мире. Так, ну чё, куб на очереди, да? Давай его сейчас забущу, Баринька. Налево. Я знаю, брат, можешь не подсказать. Точно. Я вас бущу, так что, смотри, гаджет юзать, да, если что, да? Да, вот главное. Все, понял, брат, понял. А станцию ломать этому, если что, да? Можно, по идее, ну. Смотри, я их продавливать буду. Вот таким образом, смотри. О, вот хорош, так заходим, хорош, смотри. Смотри, без меня бы не забили, брат, не забили бы. Вообще ничего никак. А знаешь еще почему? Потому что у меня скин золотая Тара. Ну это так, чтобы ты. Вообще просто, чтобы в курсе хоть немножко был, понял? Угу. А что там? Ой, а смотри, он даже при виде одном боится меня. Смотри. Вот так, хоп. Ну, делай такое упражнение три раза в день, и позвоночник болеть не будет. Понял, брат? Хотя нет, может и будет. Смотри. А что они какие-то такие Вам не кажется, что это топы Гулен нарвались на них? Да тут на рикошете такой жесткий челик. Смотрите, разрывная полетела. Затяжка такая. Ох.
Опа-па. Вот это, ребят. Короче, киви скину, потом разберемся, брат. Ну, ребят, честно, я... Ну, без рофлов теперь. Вот я... Я что-то в шоке. Так легко было, блин, пацаны. Если вы удивились, я сам удивился. Давайте лайк влепим. Ну что, я забустил двух топов. Смотрите, все по 35-му рангу у них теперь. Да, бро, жду. То есть вот ты реально считаешь, что ты играешь вот лучше нас, да? Да, конечно, брат, вообще. Вопросов не имею, ты что? Давай это проверим. Как? Один на один? Нет. Давай. Один против двоих я могу, смотри. Ты вы берете ближников, я беру калиту. Точно, точно. Или давайте... Не, давай я возьму пчелу. А вы возьмете примата и быка. О, давай, разрывная, смотрите. Короче, пацаны, вот куб, 35-й ранг имеется, все. А, и у меня еще 35-й ранг, смотрите, все 35-й ранги собрались, имба. Потом, скор тоже 35-й ранг, это получается 70-й ранг, и мой еще 35-й, плюс 35. Это получается какой ранг, ребят? Напишите в комментариях, 105-й ранг. Ух, ну полетели, я вас сейчас разнесу, молодые, полетели? Полетели. Так, ну чё, друзья, дорогие, я вам скажу, знаете, куб вообще побоялся, он даже не вышел против меня, смотрите. Остался один только пацан, и это скор. Давай, скор, братик, давай, подходи. Тихо, сейчас тебя метеорит. Не, подожди, я не понял. О. Единственный твой шанс, меня как-то, понял? Давай, давай. Нет. А чё вы 35-е ранги апаете? А так не можешь, да, братан? Нет, давай, да давай, лучше давай, давай. Давай. У тебя контра, и ты выиграть не можешь, бро. Пацаны, не, ну вы сами видите. Тут вообще просто у него колоссальные преимущества. Преимущество у пацана вообще просто колоссальное, он вообще никак не может выиграть. Брат, смотри, если у тебя есть шанс подойти ко мне, то его нету, видишь? Не, куб, братан вообще отказался, сказал, что типа, пацаны, я чувствую ваше превосходство. Брат, еще вот так вот, давай. Боже. Мне кажется, вот эта часть будет интереснее, чем 35-й ранг, понял, бро? Полетел, молодой! Давай, давай, давай! Тихо, я тебя дистанционно уничтожаю, понял? Да, да, ты этот, бесконтактный этот боец, знаешь? Давай, давай, давай! Разрывная! Брат, давай, смотри, подходи ко мне. Смотри, смотри. На, и напоследочек еще разочек. Ой, брат, вообще просто, вообще. Ну, пацаны, вы сами понимаете, кто был самый сильнейший в их руме, кто их забустил, кто 35-й ранг поднял. У меня аж слезы текут, я не могу, правда, ребят. Короче, завозите лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на скоро, ссылка на куба есть в описании. Обязательно переходите, может еще какой-то контент с ними завезем, если вы актив проявите, понимаете, самое главное, чтобы вы проявили актив, самое главное, а кстати, подожди, скоро, ну давай теперь без рофлов, сколько вы апали эти, потому что вот, у тебя сегодня еще был какой там, еще 30-го, по-моему, даже ранга не было, да, на этом, на Эмс? Да, да. Не было? С какого ранга вы начали апать? Мы начали с 850, у меня сравнялись до куба и полетели. А у куба сколько было? 950-960. Капец. И за сколько? За 8 часов? Да, где-то 8 часов. Слушай, ну там мы проиграли хорошо. Примерно 5 раз, ну и там не наши ошибки были так чисто. У нас не было тиммейтов постоянного тиммейта. Мы брали так чисто, кто поможет. Я понял. И вот это так апнули за 8... Блин, пацаны. Я же вам говорил, долго апайтесь, надо было меня звать, за час бы апнуть. Да, 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 мы с тобой бы просто разорвали бы это. Ну, конечно. Ты... Ну, так хочу. Блин, ребят, ну, в общем, я думаю, тут вопросов не имеется. Я думаю, в общем, короче, пацаны, ждите, впереди обновки будут. Там будет все, ребят, буду снимать, буду всем вам рассказывать. Ваня там дальше. Я бы, знаете, я вам поставил бы картинку там, где Ваня лежит на пляже, загорает, знаете, но... Хотя давайте поставлю сейчас.
Ребят, напоследок, кто досмотрел до этого момента, просто разрывная пойдет. Новая дружеская рума. Смотрите, вот вам эксклюзивные кадры, как загорает холдик. В общем, найдите 10 отличий. Все, ссылки в описании. Пока.